Вот один из коронных номеров. Дмитрий Котвицкий, один из знакомый нашим телезрителям своими комментариями некоторых учебных программ по дзюдо, по каким-то смешным правилам, показывает лично свой коронный номер забивания гвоздя рукой. Делать надо, вот терпеть. Но вот как этот гвоздь потом обратно вытащить, у меня это в голове не укладывается. А национальную премию «Золотой пояс» в номинации «Наставник года» вручает сопредседатель Российского союза боевых искусств, обладатель 5-го дана Кёкусинкай, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Юрий Трутнев. Дорогие друзья, очень рад вручать Дмитрию «Золотой пояс». Мы занимались одним видом, в одно время были в одних спортивных залах. Его достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Тренер по контактным единоборствам. Мастер японского карате Кёкусинкай. Общество высшей истины. Сама философия Кёкусинкай подразумевает вызов определенным пределам. Дмитрий заглянул за край жизни и был вынужден доказать. Предела человеческих возможностей не раскрылся. Падение на землю означает гибель. Только не в этот раз. Когда я открыл глаза... Номинация тренера 2018 года награждается Котвицкий Дмитрий, Москва. Добрый, Дарина. Твой вопрос про кайман очень прост. Его знают все воспитанники школы. Это крокодил, который во время поединка никогда не отступает назад, имеет бронированную поверхность своей кожи и готов идти до победы. Символ школы очень прост. Про кайман я тебе объяснил. Сзади ты видишь бамбук, это растение, которое даже если его сломать, оно все равно растет. Как и мы, если нас сломают, мы все равно поднимаемся. И, соответственно, даже если нас в жизни связать веревками, веревки – это такое утрированное понятие, если случилось так, что много проблем, много вопросов возникло, то в любом случае ты можешь с ними справиться. И, соответственно, то, что кайман на эмблеме рвет эти веревки, как раз это говорит об этом. Символ школы определяется именно так, как я тебе сказал.